В администрации Самары состоялась встреча с директорами частных детских садов, которым оказывают бюджетную поддержку. На заседание пригласили представители профильных департаментов и ведомств, городской прокуратуры, депутатского корпуса, общественной палаты и уполномоченного по защите прав предпринимателей региона. Основной темой встречи стало обсуждение действующего порядка предоставления субсидий частным детским садам. Такая мера поддержки действует в Самаре уже несколько лет. Ее основная цель – обеспечить доступность мест в дошкольных учреждениях для максимального количества семей. Именно поэтому размер родительской платы для детских садов, получающих такие выплаты, ограничен и не должен превышать 5 960 рублей. В Самаре рассчитывать на субсидию могут негосударственные детские сады, имеющие лицензию и заявившие о своем желании. Неоднократно говорила руководителям частных детских садов, что мы находимся в партнерских отношениях, что мы, конечно, максимально окажем им помощь, содействие, что мы заинтересованы в их деятельности. Всегда надо находить пути решений, пути выхода. С учетом изменившейся экономической ситуации в городе необходимо скорректировать порядок предоставления субсидий. Кроме того, требуется расширить возможности по предоставлению детским садам дополнительных образовательных услуг. Сейчас представители городских властей рассматривают возможность внести изменения в нормативно-правовой акт. Действующий порядок предоставления субсидий, он не предусматривает каких-либо иных затрат, как, кроме тех, которые здесь определены перечнем. Именно этим порядком и руководствуются сейчас правоохранительные органы и органы прокуратуры. В случае, если будет рассмотрен вопрос о внесении соответствующих изменений в порядок, это, возможно, на будущее позволит решить все проблемы. Но тогда необходимо будет обратить внимание каждого из детских садов, именно частных, на повышение уровня ответственности. Все вопросы, которые возникали у предпринимателей, ведущих социальные, скажем так, направленность, да, я надеюсь, они получили исчерпывающие ответы. Очень понятна, да, сегодняшняя позиция прокуратуры в этом вопросе. В прошедших периодах была очень сложная ситуация, и мне очень понятно, да, что прокуратура погрузилась в эту проблематику. Я надеюсь, что те вопросы, которые мы сегодня обсудили, будут внесены дополнения, изменения. Директора частных детских садов, которые присутствовали на встрече, поблагодарили представителей городских властей за поддержку. Мы действительно очень благодарны, и это большая для нас поддержка, субсидии, которые нам выдаются. Мы на них очень рассчитываем, потому что это большое подспорье. Не только, конечно, и для родителей, но и для нас. Во время обсуждения выяснилась необходимость в повышении правовой и финансовой грамотности сотрудников негосударственных образовательных учреждений. В связи с этим участники заседания решили провести на плановой основе совместные встречи, на которых сотрудники профильных ведомств и структур будут давать необходимые разъяснения и консультации. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.